Привет, друзья! Попробуем полетать на Су-33. Горячие скалы, Лукон 2. Взлетаем с авианосца Кузнецов. Адмирал Кузнецов. Выпускаем закрылки. F. Форсаж включаем, полетели. Задерживаем ручку. Продолжаем набор высоты. Убираем шасси. Выдерживаем полет по маршруту. Выполняем разворот на второй ППМ. Ну, я прошу прощения, тут, конечно, кое в чем я слабоват, потому что у меня нет никаких джойстиков, я работаю с обычной клавиатуры. Поэтому немножко тут и с высотой гуляем совсем. Конечно, в реальной жизни это все должно быть гораздо точнее. Курсы, направления, пока это все хромает, потому что, ну, только-только начинаем изучать эту программу. Но очень интересно. Стараемся выдерживать скорость, высоту, то, что нам задано. На ЕЛС. Ну что, посмотрим, как мы красиво летим. Вот мы вышли на второй ВПМ. Вот так мы красиво можем маневрировать. Хороший самолет. Только подумал, он уже сделал то, что мы хотели. Ну, стараемся выйти на линию маршрута. Справа на экране нарисован у нас маршрут. Смотрим по нему. Конечно, так тяжеловато лететь. Но в некоторых случаях... Так, сейчас мы немножко ускоримся, чтобы уменьшить нам вам время просмотра, потому что тут кое-какие моменты очень скучные. Поэтому пролетим немножко. Так, ну вот. Вышли опять на нормальную скорость. Третий поворотный пункт. Идем. Заходим на линию глиссады. Подходим к четвертому поворотному пункту. Немножко нас снесло. Ну, вышли на
четвертый поворотный пункт. Немножечко потеряли высоту, надо срочно ее восстанавливать. Так, так, подбираем, подбираем, смотрим за скоростью, за высотой. Так, ну что, что здесь удобно в этом самолете, что тут есть автомат управления тягой, поэтому в некоторых случаях он нам помогает. Вот включилась посадка у нас. 651, я Линза. Разрешаю проход над палубой. Держите высоту 40 метров. Принял. Проход над палубой, высота 40. Выпустили шасси. Выпустили закрылки. Начинаем снижение. Входим в глиссаду. В основном все эти вещи мы выполняем по КПП и по ИЛСу. На ИЛСе у нас два кружочка. На КПП две линии, которые мы должны держать в перекрестие. Кружочки мы должны точно так же ввести в центр. Скорость мы установили. Задали автомату тяги выдерживания этой скорости. Продолжаем снижение. Шасси выпустили, закрылки выпустили. Снижаемся. Потому что на этих скоростях без шасси и закрылков, конечно, нежелательно летать. Продолжаем снижение, гасим скорость, поскольку ИЛС нам установил скорость соответствующую 250-240 км в час, но на самом деле она должна быть чуть-чуть повыше. Самолет смотрится в посадочной конфигурации. Так, сейчас мы ГАК, конечно, не выпускали, потому что мы будем пролетать просто с проходом. Красиво мы подходим к адмиралу Кузнецов. Выдерживаем высоту, скорость. Держимся в глиссаде. Зайчик у нас слева от ИЛСа показывает, что мы как в глиссаде. Показываем, что в нормальном положении. Когда красненькая лампочка загорает, значит мы ниже глиссады. Скорость у нас выдерживается. Вертикальная скорость выдерживается. Подходим к палубному авианосцу Кузнецов. Установлена высота 40 метров. Раз такую высоту выдержим. Молодец. Ну все. Теперь мы переключаемся с посадки на возврат. Это у нас кнопочка единичка. Убираем шасси. Убираем закрылки. Набираем высоту установленную. Ну, нам устанавливается высота 1800. Постараемся ее и набрать. Немножко увеличим скорость проигрывания, потому что это опять же будет для вас скучно и долго. Выйдем опять в посадочные дела. Зайдем в глиссаду. Ну, не в глиссаду, если вернее, вот мы немножко, так скажем,
выходили не в точку возврата, а чуть правее, чтобы... 651-й, я Линза. Разрешаю проход над палубой с касанием. Принял. Проход с касанием. Выпустили посадочную конфигурацию, механизацию, да, закрылки, прикрылки и шасси. Гак опять же не выпускаем, потому что мы должны коснуться и не зацепиться за троса. Гак выпускается только в случае, если у нас будет проходить именно посадка. Как это, я не знаю, чувствует летчика всем своим телом, а летчик чувствует самолет всем своим телом. Ну вот мы опять включили автомат скорости, он у нас выдерживает скорость, но все остальное вручную. Здесь есть автомат автопилот, но посадка на автопилоте здесь не разрешена, поэтому выдерживаем курс глиссаду, пошли в глиссаду, все это, вон видите, кружочки мы все держим по центру, крестик на КПП тоже по центру идет. Продолжаем снижение на курсе, на глиссаде. Зайчик у нас мигает, что мы как бы чуть-чуть выше глиссады идем. Но это не так страшно. Хотя на самом деле в реальных условиях тут нужно выдерживать все очень четко. Ну, тяжеловато, конечно, тяжеловато сработать чисто с клавиатуры. Но не приобрели пока, не приобрели мы джойстика. Вот это как красиво идет. Как красиво идет. Ай, какой красавец. Выдерживаем скорость, высоту. Пока на Илсе мы установили скорость 320-310 км в час. Сейчас где-то порядка 6-5 км. Это скорость снизится до 250-240. Продолжаем снижение. Вот, упала скорость. Выключили автомат скорости, гасим скорость. Скорость погасили, опять включили автомат. Так проще. Так немножко проще. Вот мы идем в глиссаде. Зайчик нам показывает, что мы все идем ровненько, четко. На курсе, на глиссаде. Скорость сохраняется. Высота идет 5 метров в секунду. Вертикальная скорость снижения. Это нормальная вертикальная скорость на глиссаде при данной скорости путевой. Как бы тут есть две скорости, истинная и приборная. Вот мы сейчас идем по приборной скорости. Посмотрим, как мы смотримся издалека с крейсера. Так, сейчас наладим все это дело. Ну, чуть поближе, еще поближе. Вертолет у нас тут над ушами. Это вертолет ПСС, парашютно-спасательная служба.
Вот мы подходим на курсе, на глиссаде, в точку выравнивания идем. Тут практически выравнивания нету, мы садимся четко. 651, отлично. Вот, так скажем, сделали небольшой отскок. Красота, вот какой наш крейсер. Тяжелый несущий крейсер Кузнецов, адмирал Кузнецов. Угу, Советского Союза. Этот крейсер несколько названий поменял. И Тбилиси он был, и Леонид Брежнев даже был. Но все-таки конечное название Кузнецов. Так, ну что. Выдерживаем высоту, скорость. Продолжаем полет. Теперь уже у нас будет поход чисто посадочный. Немножко ускоримся, проигрывание. Точно так же идем параллельно посадочному курсу. Хотя возврат нам показывает на правом экране, что мы идем не на точку, в точку возврата. Но это для того, чтобы нам точно войти в глиссаду. Для этого только выдержим такое боковое уклонение. Выпустили шасси закрылки. Так скажем, значит, на третьем. На линиях, как видите. Достаточно, чтобы провести заход. Сейчас точно так же мы плавненько войдем в глиссаду. Ну вот, включилась у нас посадка. Входим в глиссаду посадочную. Готовимся к посадке. Пока еще мы опять же без Агака идем. Агак выпустим чуть-чуть попозже. Держим высоту, скорость, включили автомат скорости. Так, ну, друзья, если вам понравится это видео, ставьте, конечно, лайки, пишите комментарии и подскажите, потому что я могу еще и дозаправку в воздухе отснять для вас, показать, и работа по морским целям, и работа по наземным целям, по противнику. Поэтому тут там очень неплохие интересные видео получится. Если есть интерес, то пишите в комментариях. Мы будем для вас снимать. Ну вот, подходим потихонечку.
Скорость, высота, вертикальная скорость, скорость снижения. Обязательно в глиссаде должны быть на КПП, крестик должен быть на месте. Кольца на Илсе тоже должны быть в крестике. Все только так, иначе нам не видать удачи. На посадочном. Выпустили. Как? Вот тут, блин, эти вертолеты. Я вообще удивлен, как-то ему разрешили вот так вот. Посмотрите, что он делает. Он проходит как раз через посадочный курс. А это строго запрещено. Вон, смотрите, как он идет. Какое опасное забежение он допускает. Так не должно быть. Это запрещено. Ну ладно, вот он. Прямо над нашей головой прошел. Ладно, продолжаем. Снижаемся, не дергаемся. А если бы мне пришлось уходить на второй круг, что бы он делал? Куда бы? Нам пришлось бы экстренно маневрировать. Ну вот, мы сейчас подходим. Сейчас мы уже произведем посадку. На посадке мы обязаны добавить обороты на максималку. Вот так вот, гаком зацепили, все четко, все мы сделали, молодцы. И что нам скажет наша игра? Так, игра наша говорит, что миссию мы выполнили, что все сделали правильно. Все контрольные точки прошли, все, что нам нужно было, сделали. Проход с касанием. Ну, сейчас складываем консоли. Консоли тут складываются. Сначала нужно убрать закрылки, а потом правый контур купе. Ну, становимся на свою стояночку. Здесь вот мы сейчас ставим на свое место. Все. Чему надо включать? Все аппаратуру. Набирали обороты, чтобы не покатиться. Включаем двигатель. Сначала левый, потом правый. Ну что ж, миссию мы выполнили успешно, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Если интересно, ставьте лайки, пишите в комментариях. Мы можем вам снять еще видео. До новых встреч, друзья!